Приветствую всех на своем канале, с вами Галина. Сегодня я буду готовить холодец. Холодец у меня будет из домашней свиньи. В кастрюле у меня находится голова и ножки. Голову и ноги я хорошенечко промыла. Замочила их на 2 часа. 2 часа они у меня отмокали. Далее я их снова промыла. Залила холодной водой и поставила на огонь. Когда вода закипит, первую воду я солью. Далее снова залью холодной водой и поставлю вариться холодец примерно на 5-6 часов. Ну что ж, вода у меня один раз закипела. Я ее слила. Повторно налила холодной воды, поставила на огонь. Сейчас вода у меня закипает уже второй раз. Я сейчас буду собирать пену. Первую воду в холодце всегда обязательно сливаем. Тогда водичка получается, посмотрите, прозрачная. Когда вода хорошо закипит, делаем медленный огонь и оставляем томиться холодец на 5-6 часов. Ну а я же продолжаю снимать пену. Вода у меня уже хорошо закипела. Делаю медленный огонь и продолжаю варить холодец. Ну что ж, прошло уже 2 часа, как кипит мой холодец. Сейчас сюда я буду добавлять лук. Лук буду добавлять в шелухе. Я его тщательно помыла, обрезала верхушки и корешки. Так как кастрюля у меня большая, сюда я добавляю 3 луковицы. Лук я бросаю не очищенный, а в шелухе. Он придаст холодцу более золотистый цвет. Далее я бросаю морковь. Моркови ложу также 3 штучки. Морковь ложим также для более золотистого цвета холодца. Далее в холодец я добавила 4 штучки лаврового листа. Также добавляем черный перец горошек для аромата. Горошка взяла на глаз. Кастрюля у меня большая. Далее я добавляю по вкусу соль. Соли много не сыплю. Лучше потом немножко досолить. Сейчас все перемешаю. Далее я оставляю холодец на огне томиться еще приблизительно на 3 часа, пока мясо не станет отделяться от косточек. Холодец у меня уже сварился. Варился он у меня 4,5 часа. Мясо приготовилось, отделяется от косточек. Сейчас я мясо выму из кастрюли, бульон процежу и буду мясо отделять от косточек. Мясо из кастрюли я выняла, бульон процедила. Сейчас весь вот этот жир я соберу в тарелочку. И пойду разделывать мясо. Ну что ж, выбрала я мясо из костей. Получилось у меня 3 контейнера. И 3 полулитровых баночки у меня попросил муж сделать ему холодец, чтобы можно было брать на работу. Холодец в контейнере буду заливать. Так удобно потом хранить его в холодильнике. Закрою крышкой и поставлю в холодильник. Все, сейчас буду заливать бульоном. Все, бульон я развела по контейнерам. Получилось 3 контейнера и 3 полулитровые баночки. Здесь у меня чеснок. Я его нарезала мелко. Сейчас сверху обсыплю холодец и поставлю застывать в холодное место. Все, холодец у меня уже готов. Сверху я его обсыпала чесноком. Будем ждать, пока он застынет. Ну что ж, холодец у меня уже застыл. Снимаю я на следующее утро. И смотрю, все-таки жирок сверху холодца у меня образовался. Вот таким слоем. Весь вчера я его не убрала. Ну ничего, главное, чтобы было вкусно. Сейчас я этот жирок уберу, разрежу, и мы посмотрим, что получилось. И попробую вместе с вами.
Холодец я разрезала. Вот такой он получился. Сверху весь жирок я по возможности собрала. Сейчас посмотрим, как он выглядит со всех сторон. Вот такой холодец. Очень аппетитный. А какой же запах от него стоит? Обалденный запах чесночка. Так и хочется попробовать. Я приготовила вилочку. Приготовила кусочек хлебушка. И сейчас вместе с вами попробуем, что же получилось. Отрезаем вилочкой. Накалываем. Отрезала большой кусочек, поэтому отрежу. Накалываем. Вот такой холодец. Берем в рот. Да, очень вкусно. Накалываем еще. И в рот. И кушаем. Это очень вкусно. Ну, а кто кушает, сейчас всем приятного аппетита. И мне тоже, я бросаю телефон и буду кушать.